Всем привет! Сегодня 15 ноября 2011 года, и в таком состоянии у нас объект пребывает на сегодняшний день. Выглядит это вот таким образом. Практически. Хорошо. Электрик планирует здесь истратить 1200 погонных метров кабеля, практически 1,5 километра. И первое помещение, которое уже что-то плюс-минус похоже на какую-то степень готовности. Да, там уже все готово к тебе. Можешь ставить люстру. Я поставил цепку, взял только порядок. Вот такое оно у нас 15 ноября 2011 года.